А перед началом данного видео рекомендую вам посетить канал, который называется MasterDan 2.0. На его канале вы можете найти видео про различную тематику, такую как Лего и прохождение игр. Всем советую подписаться, ну а мы начинаем. И всем здоров, с вами Лорд Скорб, и сегодня у нас на обзоре вот таких вот два китайских аналога Лего от компании Липин, как мы можем видеть. По теме Майнкрафт. И давайте же начнем обзор. Первое, это мы, как всегда, начинаем с коробки. Коробка сразу показывает все содержимое набора. Если честно, я даже сначала сомневался, что за 100 рублей я получу целых две фигурки и небольшую построечку. Но, как вы можете видеть, мои страхи были напрасны. Извиняюсь за кашель, немножко болею просто. Видим серию Майнкрафт. Не Майнкрафт, а Майнкрафт. Тут мы можем видеть то, что получится, если соединить все наборчики. Ну, все наборчики из этого конструктора. И логотип Майнкрафта. Переходим ко второй коробке. Тут мы можем тоже видеть все содержимое, если у нас там пустыня, Алекс и Крипер, то тут у нас как бы какая-то адская крепость, где есть, ну, по коробке, если адская крепость, где у нас есть какой-то такой маленький бассейн с водопадиком и с факелом. Тут у нас есть скелет и обычный житель. Ну, сзади коробки все то же самое. Так что на эту тему не будем заострять внимание. Давайте сразу же перейдем к мини-фигуркам. Первая это у нас Алекс. Она сделана довольно хорошо. Ну, не довольно, а даже очень хорошо. То есть с принтами вообще косяков нету. Вот такая вот кирка алмазная. Сзади тоже имеют спринты. И по качеству пластика сделана она довольно хорошо. Ну, скажем так, сделана на совесть. Что я, конкретно говоря, редко говорю про китайские конструкторы. Но в последнее время китайцы стали все лучше и лучше делать Лего. Респект им. Ну, по крайней мере, некоторые фирмы. И это меня очень сильно радует и очень хорошо. Следующая у нас фигурка – это Крипер. Так вот он выглядит, можем видеть. Но, к сожалению, у него не двигаются ноги. Я не знаю, двигаются ли они в настоящем Лего, но в китайском почему-то нет. Ну, сразу хочется сказать, что мы хотим за 100 рублей. То есть две фигурки и еще постройка. Как бы даже китайцы настолько молодцы, что положили сюда две фигурки. Да, это очень здорово. Крипер также сделан довольно добротно. Как можем видеть, у него вот такой принт на лице. И построечка наша, это вот такой вот кактусик, который я буду, скорее всего, использовать в самоделках, если будет серия пустыни. И вот такой вот маленький кустарничек, который у нас встречался в пустыне. Или мертвое дерево называли. Но я не помню, если говоря, если честно говорить. Дальше, в следующем наборчике мы можем видеть вот такого вот жителя. Эта фигурка, ну, у меня, вот эти две фигурки меня просто на шик порадовали, потому что сделаны на они, ну, нестандартно, то есть не как обычные фигурки, а необычно, и довольно хорошего качества. Я бы даже сказал, отличного. То есть тут не наляпали с косяками, детали, вот смотрите, голова хорошо крутится, носик ему даже прокрасили, жителю, все как положено сделали. Не знаю, правда, были ли у жителей из оригинального Лего принты сзади, ну а так, в принципе, за 100 рублей, ну это очень хорошо, хорошо сделано. Сюда его поставим, чтобы было видно. И, ну, возьмем скелеты нашего. Только почему-то, как и всех скелетов, если их поставить на пластину, у них ножки отваливаются. Не знаю почему, но почему-то у меня всегда так. Может, это у меня только. Не знаю. А, вот такой вот скелетик, у него лук пиксельный, ну и пиксельная кирка.
Так вот он выглядит. Кстати, его минус, он немножко грязный. Не знаю почему, но он в какой-то грязи. Тут вот, да, минус. Вот можем видеть вот такие вот какие-то скобы. Ну, если их хорошенечко потереть, то они оттираются, хотя немножко грязь, не знаю, камера передает, она остается. Это тоже, ну, такой небольшой минус, потому что эту грязь, если ее постараться, конечно, очистить, то, в принципе, она очищается. А вот, которая у нас уже грязь на голове, посмотрите, видите, она не очищается, она уже такая, как пропечатанная, можно сказать, и не очищается, к сожалению. Но, в принципе, за 100 рублей сама фигурка, если не считать вот этой грязьки, нормальная. В принципе, и качество хорошее. Ну и принт на лице тоже меня порадовал. Ну и перейдем к самой маленькой построечке. Присоединяем ручку и к построечке маленькой. Вот такая вот построечка. Тут водопадик, такие каменные кирпичи и факел. Водопадик, кстати, сделан довольно прикольно. И что я хочу сказать. У меня было довольно много конструкторов, которых я покупал за 100 рублей, и в них были по две фигурки. Это были как Звездные войны, то есть там в комплекте, ну как в комплекте, в наборчике шел дроид и также сама фигурка. Но также я покупал еще до этого Майнкрафт, и там тоже были по две фигурки, и сейчас я вам их покажу. И они были вот такого вот качества. Я вас сейчас не обманываю. Я реально покупала вот такие когда-то две фигурки. Примерно в таком, ну, тоже за 100 рублей. Но качество у них просто ужасное, отвратительное. Я покупала, по-моему, три сета. Думал, будет все более-менее нормально, но оказалось просто ужасно. Это было просто кошмар какой-то, потому что качество фигурок это ладно, но то, что они там, как бы там сейчас покажу. Там были еще вот такие вот карточки. Сами можете видеть. И там меня, ну, просто жестко обманули. В каком-то наборе было по две, в каком-то по одной, в третьем вообще ничего не было. И по поводу оружия там тоже обычная тематика. Так что, если будете брать наборчики, где по два человечка на упаковке, то постарайтесь попросить продавца, чтобы разрешили открыть коробку и убедитесь, что именно там два человечка хорошего качества, потому что качество играет огромную роль. Ну и чтобы вас не обманули, а то иногда есть такие производители, которые печатают две фигурки, а ложат совершенно другую, причем одну. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем удачи и всем пока-пока!